Статистика есть, то есть это где-то порядка до 5000 лиц с нарушением зрения. Вот. Но вместе с тем я хотел сказать, к сожалению, это потому, что число их растет. Угу. Растет число и лиц, пострадавших в быту. На производстве, конечно, их стало меньше, угу. но в целом из-за воздействия экологии, по иным причинам, связанным, может быть, там, с рождаемостью, угу. с какими-то врожденными да. заболеваниями, все-таки достаточно много людей, которые имеют ограничения жизнедеятельности, в том числе и по зрению. Ну, вот тенденция такая, что рост именно в сторону увеличения. Угу. К сожалению, не снижение вот этой категории. Угу. Любой человек с ограничением жизнедеятельности, он никак не поражается в правах, а имеет совершенно равные права, как и любой здоровый человек. Ну, вместе с тем, всегда девиз как бы людей, которые имеют ограниченные возможности здоровья, ну, наверное, всегда борются как бы за равные права и равные возможности. Угу. Вот. То есть... Вот если права у нас равные, а вот с возможностями как дела обстоят? Ну, круг возможностей, люди с ограничением жизнедеятельности стараются, конечно же, постоянно расширять. Угу. В чем это выражается? Ну, посмотрите хотя бы на выступления наших паралимпийцев на зимней олимпиаде. То есть наглядный пример того, что возможности, ну, наверное, практически безграничны. О каких-то проблемах, существующих в крае, угу. я бы выделил их несколько. Ну, прежде всего, в крае нет единого реабилитационного центра. Для начала, пусть бы это был центр для инвалидов всех категорий, какие у них есть там, ну, в чем у них по жизнедеятельности угу. ограничения. Тут не столь важно, чтобы он был именно там глухой или слепой, или опорник. Но я думаю, что существование такого бы центра, где люди могли бы проводить свой досуг, заниматься спортом, развиваться в учебных классах, совершенствоваться на персональном компьютере. Работать, ну, со специалистами. Да, ну, да. Разумеется, да, да, в этом центре должны угу. быть обучающие специалисты. То он здорово бы решил проблему занятости. В конце концов, оттуда, ну, можно было бы брать и какие-то рабочие кадры. Ведь, скажем, в Приморском крае существует еще предприятие инвалидов угу. на базе Всероссийского общества слепых, где 35 человек работает, и которое, ну, скажем, нуждается в кадрах. Ну, понятно, что если брать весь край в целом и Владивосток, то все-таки в неком смысле это действительно Владивосток опережает развитие края в отдельных там проектах и в целом, и по уровню жизни, это mm-hmm. понятно. Но, скажем, такая вещь, как, например, тротуарная тактильная плитка mm-hmm. для слепых, это было, ну... Ну, скажем, год назад или там полтора-два года назад, ну, в неком смысле, ну, наверное, утопические такие угу. идеи. Я все больше изучал эту проблему, там, в конце концов, мы добились того, что в рамках программы «Доступная среда» в 2011 году мы начали выпускать такую плитку, мы получили из Москвы там добро, деньги, оборудование, угу. формы и так далее. Общество, да? Да, 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 ага. да, да. И, ну, дело поехало, пошло. И вот благо администрация города Владивостока во главе с градоначальником, они нас услышали, они откликнулись, и в принципе город действительно молодец, город пошел вперед. Мы видим, что постоянно, скажем, эти программы будут закладываться, реализовываться, исполняться.
а еще и кто-то в итоге будет, ну, отвечать за неисполнение, да, то я думаю, что толк будет. Я очень рад позитивным процессам, которые идут в городе и крае. Ну, не скрою, я это связываю в первую очередь с тем, что у нас, в принципе, вот новая власть, новый губернатор. Я все-таки думаю, что это веяние, ну, вот оттуда. И в нашем крае успешно идут вопросы, ну, разрешаются вопросы по наделению землей различных категорий. Сейчас пошло хоть, да. Да, безусловно, это все это я не буду перечислять, мы все, все прекрасно знаем, да. Но на мой бы взгляд, есть закон 95-го года о социальной защите инвалидов, статья 17, которая говорит о получении инвалидами, там, семьями, имеющими инвалидов, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, ну и так далее в этом духе. Дело в том, что вот это 95-й год, а на дворе у нас 14-й год, да? Уже и век другой. А закон как не работал, так он и не работает. По крайней мере, в нашем крае. Нет механизма его реализации. Пишут главы Надеждинского района, пишут глава Артемовского городского округа, пишет Владивосток. То есть, по сути, механизм реализации отсутствует, он регламентарно не прописан, он, поскольку не прописан, значит, он противоречит основному закону, который принят в сфере земельных отношений, земельному кодексу. Соответственно, ну, мы как бы ничем вам помочь не можем. Такова суть ответов чиновников от ряда инвалидов, которые обращались за землей. Между тем, ну вот у меня есть положительный пример 2011 года, когда решением депутатов Орехово-Зуевского поселения Московской области выделена земля инвалиду, которой выделена однократно, ну, собственно, как и требует закон. То есть не постоянно он может получать, а однократно. Человеку, нуждающемуся в улучшении, так сказать... Прецедент, ну, есть. Да, да, прецедент есть. То есть они, ничтоже сумнявшись, они взяли и изготовили регламент, изготовили порядок, прописали механизм, приняли его своим этим Орехово-Зуевским поселением. И то есть у них этот порядок действует. Государство, ну, действительно разработало, имеет определенный перечень технических средств реабилитации. Но вы же видите, что, ну, там разрабатывался еще он при царе Горохе, а на сегодня и Россия шагнула в мир, и мир шагнул в Россию. И сейчас уже инвалидов не устраивает, если им пропишут, ну, например, тем же инвалидам по зрению, там лупа, и вот и радуйся этой жизни с этой лупой, да? Все уже хотят, ну, многие, по крайней мере, вперед смотреть. Все уже хотят, например, не лупу там за 400 рублей, а электронный прибор, который можно налагать, картинку, и который тебе дает изображение на экран, и там все это ты прекрасно видишь. Или хотят дорожный компьютер. Или если мы переходим на какие-то бытовые вещи, то хотят будильник с синтезатором речи. Вносить эти вещи, если не в федеральный, то в краевой перечень технических средств реабилитации, предоставляемых краем для реабилитации инвалидов. И, соответственно, я не думаю, что это уж очень много по деньгам, потому что все эти вещи, они уже давно апробированы. Это не новый, ну, да, там это... болид Мазерати, который, ну, будет стоить десятки миллионов, предположим, да? А в лучшем случае это будет стоить десятки рублей. Ну, не более того. Поэтому все это можно сделать и дифференцированно при прохождении медико-социальной экспертизы назначать тому или иному инвалиду в зависимости от его заболевания, от состава семьи, там, ну, вот эти вещи. Библиотека для слепых. Актуальна ли проблема? Очень актуальная и нужная вещь. Это, безусловно, центр их общения. Центр общения, центр знаний, центр обмена свежими новостями, информацией.
существовало оно и в царской России, и в советское время. Прямо начали, как организовали избы читальни, так одна из них была изба читальня для слепых. Неважно, чем ты будешь занят, ты должен быть востребован, ты должен быть нужен. Если ты не можешь работать, иди занимайся танцами. Вот мы, ну вот, я не скажу, что прям многие, но часть инвалидов нашего общества стала заниматься танго. И прекрасно, и тотально слепые люди занимаются танго, и уже неплохо и вытанцовывают, кстати. Вот. Если ты можешь и все-таки вот нашел в себе силы прийти, иди работай. Иди работай, мы подыщем тебе работу. Ну, ну естественно, если возможно, чтобы ты работал. Потому что, ну, знаете, бывает, что приходят и люди, вот они, как говорится, едва идут на костылях и просят работу. Ну, ну тоже тут, вот при всем желании, ну, к сожалению, это будет не работа, это будет за него работа. Вот. Ну, не получится. Вот. Но если надо, в общем-то, чем-то занять человека. Если он не может работать, то пусть реализует себя в искусстве, в спорте, еще в чем-то. Если он может работать, то пусть идет и работает. Одним словом, он должен быть в обществе, он должен быть адаптирован в него. Если он нормально в обществе адаптирован, то эта интеграция в общество, она в итоге даст свои положительные плоды.